Уже 5 лет сотрудники детского музейного центра Тверского объединенного музея дарят радость детям и родителям, приходящим на семейный праздник «Святки в деревне». Одним из главных украшений этого мероприятия стал вертепный театр, который разыграл традиционные рождественские сценки. Маленькие гости смогли перевоплотиться в традиционных героев колядок, поводить хороводы, попеть песни, поиграть в народные игры. Очень приятно, что возрождаются русские традиции, чтобы детки о них знали. Им очень нравится. Мне понравился концерт, когда они выступали. Ну, кукольный театр. Вертеп. Как череп голову отрубал этому злодею. Ну, мне понравилось все так. Иногда смешно бывает. Я буду Мишкой, ученым. То есть вот, с цыганом. Такие мероприятия – это способ приобщиться как к традиционной русской культуре, так и классической литературе. На встрече прозвучал отрывок из поэмы Василия Жуковского «Светлана», в котором сказано обо всех способах гадания. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали. Снег половит, под окном слушали. Мы, конечно, стараемся быть в курсе, стараемся читать какие-то новые исследования. Единственное, что, конечно, мы в основном работаем с детьми, и наша задача чаще дать какие-то основы. Вот. Мы выходим к ним с тем, чтобы у них сложилось яркое впечатление праздничное о народной культуре. Как говорят сотрудники музея, они стараются сделать так, чтобы у посетителей остались самые теплые впечатления от праздника.